throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Всем привет! Хочу представить вам семью Висконти. Это Честер, глава семьи. Очень суровый, военного воспитания человек. Долгое время служил в армии по контракту. После армии стал увлекаться политикой, организовал свою политическую партию, и теперь его цель – занять пост президента и внести свой вклад в развитие штата. Это Джим. Благодаря своей физической подготовке и хорошим владением оружия, он попал в элитное подразделение – СВАТ. Там он спас не одну жизнь и предотвратил не один террористический акт. Хоть это очень опасная работа, он не жалеет о своем выборе, и спасать жизни людей – это для него честь. Это Джейсон, начальник штатной полиции города Лас-Вентурас. Он очень строгий, но справедливый. К своей должности он относится очень ответственно, любит порядок и полностью отдается своему делу. Это Америка, самый младший член семьи. Скоро он закончит медицинский университет. Семья видит его большой потенциал и верит, что у него получится оставить свой след в сфере Министерства здравоохранения.